Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. В малых арканах Тара в разряде цифр есть девятки. В каждой масти малых арканов Тара есть девятка. И все девятки имеют одно общее качество. И его можно выразить одним словом. И это слово «опыт». В девятках, после того, как в восьмерках работу совершаем, и в девятках, вследствие того, что мы совершили работу, у нас появляется опыт. Вот глубинный смысл понимания малых арканов Тара. Это опыт. До свидания, до новых встреч.